Приветствую всех себя на канале. Сегодня пришла очередная посылка с Китая. Начали приходить каждый день понемногу. Заказывал, много мелких заказов. Это у нас очки я заказывал себе с Китая. 2,47 цена, $2.50. Такие же очки у нас стоят в Беларуси. Если перевести в доллары, то 2, 4, 6 где-то долларов сейчас очки у нас стоят такие. Это дешевые пластиковые обычные очки. Сейчас я распечатаю посылку нашу. Даже можно ножницами не резать, а просто разорвать. Запечатали хорошо. Хотя это и конверт у нас, то сами видно, очки упакованы в такую упаковочную специальную штуку, вроде пупырчатки поролоновой такой, пористая, около 5 миллиметров толщины. Сейчас проверим их на целостность. Видео недолгое будет, не длинное, то что тут особо нечего показывать. Но видео, если что будет поломанное, то китайцам на возврат денег за товар будет доказательство. Но упаковали, конечно, хорошо. Сантиметров 40 этой штуки и на 15. Такие вот очки. Минус 3,5. По внешнему виду целенькие, нигде не отколото, ничего не побито. Я уже такие заказывал этого продавца, то не жалуюсь, уже у них целый год отработал и варил, и болгаркой пилил, то попадаются эти вот искры с болгарки и со сварки, бывает на очки, то они как бы отскакивают от этого, от пластиковые, короче, стекла пластиковые. Были у меня стеклянные, то с болгарки искра и все прилипало на поверхность. А от этой вот пластиковой отскакивая. Это вот новые. И это вот я сейчас сниму, покажу мои старые. Я в их годы отработал. Ну, я немного уже потертые, видно там и каленки на их от сварки точки. Если оно видно на камеру. Вот маленькие, небольшие, окаленькие такие. Что можно сказать? Можно покупать с Китая товар такой. Кто носит очки, тому, думаю, видео полезное будет. Недорогие, всего лишь $2.50. Также еще и за 1,5 там заказал на подходе. За 1,5 ничем не отличаются. Ссылку на продавца я дам. Где вот эти покупал, что сейчас пришли новые. Ну мои вот, что старые, как бы покраска качественный. Тут видно сама покраска вот на стыках. Какая-то такая. Не очень, короче. И леска с отверстия торчит. Запаянная. Видно вот леска вот. Вот эта вот леска. А должна в отверстие быть. Ничего. Я ее туда потом чем-нибудь остреньким таким. Ну, чтоб подошло туда запихнуть внутрь в отверстие, запихну и все. Ну что, будем пользоваться. То уже старая малость подзатертые, то не очень. Только что вот одел я их на себе. Немного пол выгнутый, но не сильно. Ну кто носит очки, тот поймет. Когда новые очки одеешь, то немного искажается все. И потом со временем, там день-два, уже привыкаться полностью и ничего не это. Ну когда подбираешь очки нормальные,
Так, сад, нормальные, такие, что подходят конкретному человеку. Когда их подбираешь и вот одеваешь, бывает, то сразу получается почти искажения нету. Сейчас я их одел, искажения почти нету, чуть-чуть только. По сравнению с старыми, только что я их положил, можно сказать, одинаковые, ничем не отличающиеся. Ну, такие хорошие очки, можно сказать. Если заказывать для работы, там работать с болгаркой, не как защита, а как средство для зрения. Конечно, если очки будут за 50 долларов или за 100, работать там со сваркой или с болгаркой, не каждый захочет их. Потому это и заказываю эти дешевые. С ними можно и болгаркой попилить, и сварку варишь иногда. Мелкие искры за маску залетают. Иногда без маски прихватки делаешь, да глаза закрываешь. То на очки все равно что-нибудь попадает. То вот такие вот очки за 2,5, там за 1,5 доллара, это хорошее решение. Можно сказать, даже если сюда и гуля со сварки прилипнет, он не это, или с болгарки, то и не жалко будет. Выкину, да и все. И по сравнению со стеклом, они получше даже. Стекло, оно и побиться может, когда упустишь. А эти падают им хоть бы что. И вот я вам показывал старые свои очки, старые. На фоне вот белым сейчас, может, и лучше. Видно? Некоторые такие припаечки небольшие. Если показать, вот здесь. Вон точка небольшая. И здесь он. Немного точки есть от сварки, от болгарки. Отработал я их уже больше года. В этих старых очках. Они еще так нормальные. Буду их больше работать. Со сваркой, с болгаркой там. Где абразивы эти. Ну а эти буду уже так, более для ношения. Там на машине ездить да куда. Так что очки за 2,5 доллара с Китая можно брать. Это, как бы сказать, и недорого, и нормально, короче. Ну, у нас в Беларуси то же самое, вот что я за 2,5 доллара взял, за 1,5 еще должны прийти. У нас в Беларуси это стоит где-то 15 рублей белорусских. Даже и по 20 некоторые продают. По районах. Может, в городе большом там и дешевле будут. Где-то рублей 10 так. Но если посчитать, что по 1,5 с Китая берешь, 1,5, 2,5, у нас это стоит 4-6. Такая вот разбежка. Это можно за те же деньги заказать 2-3 пары. Так что все, кто очкарики, заказывайте с Китая, не пожалеете. Особенно кто не в городе проживает. Ну и в городе люди проживают, там в гаражах работают. Кто работает, кто на СТО ездит. Можно сказать, что заказали себе таких вот, например, 10 пар. И можно в гараже ими смело работать. Не думать, что там побьются или отколются. Да и в запасе надо, чтобы очки постоянно были, мало ли там. Могут и это и сломаться, хотя и пластиковые. Покупается таких вот 10 пар очков. И можно на каждый день их лупить. Раньше помню, когда было надо ездить в аптеке и заказывать очки, то ходил без очков по неделе, как тот слепый кот. А так лежат в запасе, хотя какие, хоть китайские, те самые вот дешевые, лежат в запасе. Вдруг что случилось с теми, что носишь, достало дело. Так что в запасе можно держать и 3 пары,
и 4. Это не 100 долларов, не 200 стоит, это не даже 10. 2 доллара, 1,5 доллара. Заказал и забыл. Ну, буду заканчивать, а то много сильно говорю. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. До свидания.